Всем привет! Продолжаем нашу становую тягу. Сегодня, как и обещали, вторая часть посвящена устранению проблемных моментов в становой тяге, проблемных зон и упражнений, которые будут способствовать устранению тех же самых проблем. Все, смотрим, слушаем, запоминаем и тренируемся. Сейчас для более продвинутых, у кого проблемы с становой тягой в фазе срыва, то есть когда тяжело именно сорвать штангу, то вот такое движение есть. Подъем штанги с ямы, так называемый. Вы ставите себе уступы поверх, либо блинчики накидываете, у кого что есть, и опускаетесь вниз. Таким образом, вы нагружаете именно нижнюю фазу, фазу срыва. Вес здесь будет на штанге гораздо значительно ниже, меньше. Техника сохраняется все та же, просто штанга у вас здесь опускается ниже уровня. Таким образом, у вас будет как раз хорошо прорабатываться фаза срыва штанги, когда вам тяжело именно ее оторвать. А дальше у вас уже идет движение. Наверх хорошо. И следующее упражнение для доработки становой тяги верхней фазы. Это упражнение подъем силовой рамы. Здесь, как вы обратили внимание, вес будет превышать, значительно больше будет. Здесь будет меньше включаться ноги и больше будет работать, конечно, спиночка. Техника выполнения. Вплотную подошли, взяли пятками в пол и подъем идет. Хорошо нагружается трапеция. Первым делом, конечно, будет здесь больше работать спиночка. Вот так вот мы дорабатываем верхнюю фазу становой тяги. Когда вы дотягиваете до колен, и дальше вам тяжело тянуть. Тоже каждое движение начинайте как с первого раза. Сделали тягу, поставили силовую раму. Следующий повтор полностью выпрямились и опять полностью расслабили, поставили. То есть каждый повтор делайте как первый. Вес опять-таки больше, чем вы делали обычную становую тягу, чтобы хорошо прогрузить вверх. Еще одно упражнение, это для того, чтобы хорошо у вас была закачана спиночка, поясничка. Это наклоны можно делать. В силовой раме можно делать с лавочки наклоны со штангой. Сейчас мы вам покажем это упражнение. Можете ладошки мазать магнезией. Старайтесь максимально сколько можете не применять лямки, чтобы укреплять силу хвата. И еще одно упражнение. Это наклоны со штангой, сидя. Будет укреплять вашу поясницу хорошенечко, чтобы хорошо и безопасно потом вы могли делать становую тягу. Работайте по 5 повторений. Сейчас мы вам покажем, как это делать. Давай, Владик. Поставляйте вот так вот силовую раме уровень, подсаживайтесь под нее. Все, четко, хорошо зафиксировали спиночку. Отъезжайте вперед, ножки расставили. И максимально, сколько вам позволяет ваша растяжка, опускайтесь вниз к скамеечке. Практически между ног старайтесь аж лечь на скамеечку по 5 раз. Такой, в силовом режиме 5-6 раз повторений делайте. Растягиваемся и встаем на выдохе. Все, ребята, не бойтесь делать становую тягу, главное делайте ее правильно, внимательно, не гонитесь за весами, соблюдайте технику, и у вас все получится. Помните, у каждого результата есть своя цена. Не будьте скупердяями, не жалейте себя, отдавайте свои силы, и результат не оставит себя ждать. Все, у нас еще впереди трешка, считай, это у него как разминочка была, у него сегодня спинка. Все, всем пока, будьте счастливы и здоровы.